Суд оправдал феминистку Юлию Цветкову по делу, по которому ее преследовали несколько лет. Юлию Цветкову обвиняли в незаконном изготовлении порнографии за ее рисунки обнаженного женского тела. Цветкова создавала такие картины, чтобы снять табу женского тела. Целый год Юлия Цветкова провела под домашним арестом. И теперь она оправдана, суд не нашел в ее действиях состава преступления. И это большая правовая победа.